Rusia kian intens menggunakan kendaraan kecil seperti sepeda motor dan ATV menyerang target di garis depan. Tentara Rusia menceritakan bagaimana mereka menyerbu Staromayorskoy dengan sepeda motor dan jumlah kecil. Saat penyelesaian dilepaskan Staromayorskoy dan pendudukan benteng besar musuh di arah Ugledar oleh pejuang dari Primorye dari kelompok pasukan Vostok secara aktif menggunakan kendaraan bermotor untuk operasi penyerangan, pengiriman amunisi, dan makanan ke benteng yang dikuasai. Prajurit pemberani langsung ke parit musuh dengan sepeda motor dan segera melancarkan serangan. Di belakang mereka ada rombongan infanteri yang membantu menuntaskan target, kata komandan peleton penyerang dengan tanda panggil Gulag, dilansir militer Rusia, 3 Juli. Закрепились там, произвели зачистку. Мотогруппа, вот наши ребята, которых мы обучали, они просто дерзко, нагло выполнили эту задачу, заехали прямо в Старомайорское, прямо в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. И все, и соответственно, сзади пешая группа уже каких-то там добивала бойцов, где-то производила зачистку, ну как прикрытие уже было. И все это слаженно отработано. Лес вас спасет, там есть укрытие, не останавливайтесь. Проходили обучение, как бы, было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться и вести, как бы, боевые действия, используя технику мотоцикл. Ну, мы используем мотокроссовые мотоциклы, они более маневреннее, устойчивее на такой местности. То есть едем быстро и неожиданно для врага. Ну, от дронов маленечко посложнее, приходится увиливать, потому что FPV-шки летают 140 км в час груженные. Бывают с ними сложности, конечно, но ребята справляются, ничего, все хорошо. Рассосредотачивайтесь по полке, рассосредотачивайтесь! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.